Самый сложный пример первого задания профильного ЕГЭ. Я это задание считаю сложным, потому что часто, когда решают этот пример, думают, что он слишком простой и допускают ошибку. При оплате услуг взимается 5% у платежного терминала. Вопрос: какая минимальная сумма, которую нужно внести, чтобы пополнить счет не меньше, чем на 400 рублей? При этом сумма должна быть кратной 10. Обычно все думают, что это easy задача, просто 5%, 400 рублей. Входим просто 5% от 400 с помощью пропорции. Получается 20 рублей, значит нужно внести 420 рублей. Да, easy задача. Пойду счет пополню. Не понял. Да, верно. Счет пополнился на 399 рублей, а не на 400, как мы могли подумать, потому что проценты не работают в обратном порядке. Если вы, например, возьмете сотку и отнимете 10%, а потом снова прибавите 10%, вы не вернетесь в обратную точку. Давайте все-таки правильно составим пропорцию. В таких задачах, если какую-то изначальную сумму уменьшили или увеличили на какой-то процент и получили некую сумму, то необходимо не ту сумму, которая получилась, обозначить за 100%, а ту, которую нужно найти. То есть наша искомая сумма будет 100%, а сумму, которую нужно будет внести, это будет 95%. То есть изначально без этой 5% комиссии. Получается 421 с копейками, и так как нужно внести сумму кратную 10, получается 430 рублей нужно внести. Спасибо за просмотр, пойду снова пополнять счет.